сутки напролет бомблю на «Жигуленке», работаю как вол, а денег ни гроша. Стучит карданный вал, как в брюхе селезенка, сцепление барахлит и мается душа. А дома ждет жена и хочет жить красиво. Попробуй, не подмажь, сорвется с тормозов. И почему-то мне от этого тоскливо. К тому же, как на грех, пробило колесо. Бьюсь, как рыба, а денег не надыбал. Отбойным молотком по скатам бьет дорога, я, кажется, в пути глушитель потерял. У нас кладут асфальт местами и немного, чтоб всякий оккупант на подступах застрял. А тут еще ГАИ с купюрой на кокарде, мол, угадай с трех раз, насколько ты попал. У них карманы брюк, как лузы на бильярде, а ты вгоняешь в них наличный капитал. Бьюсь, как рыба, а денег не надыбал. В машине у меня народ бывает разный, и каждый норовит проблемы загрузить. Но думается мне, у них один диагноз, им просто довелось в стране российской жить. А может, бросить все и съездить за границу, купить там барахла и здесь наваром сдать. Но что я без руля, мне даже ночью снится, как я свою судьбу пытаюсь обогнать. Бьюсь, как рыба, а денег не надыбал.